Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Хардбору на сервере Уганда 2. Играем мы вместе с Зузукой, поэтому сейчас мы будем рейдить. А вот, в общем, смотри, ставь на вот эту стенку, я прочекал всех. Тотем там, да. Вот, нашли хату. Ну, я нашел, в принципе, 4 хаты. Такие нормальные для рейда. Я сначала думал, что это здоровое. Ну, судя по тому, что вон там вон тотем стоит, второй. Вот, и еще один тотем вон там заныкан. Вот, поэтому мы сейчас будем активно рейдить, чтобы посмотреть, наконец-таки, что там. Тут стоит дрелька, и мне кажется, что это у него... О, босс появился на РТ-2. Черт, надо еще на РТ-2 бежать. Так, не знаю, кто это, но парень, золотые топоры, детон нашли, неплохо, и рубины, 5 штук. Ну ладно, мы уже окупились. Так, ну сюда мы не зайдем. Так, у нее еще на втором этаже ящики. Ящиков, правда, много. Колеса, краска, трафареты. Так. Сейчас еще, ребята, босса пойдем минусовать. Только надо домой слетать. Так, тут у нее дерева много. Луки. Я стрел себе возьму. О, рубин, бенз, пепел. Так, камень тогда скинем с деревом. Пепел, бенз возьмем. Жир. Ну ладно. О, патрики. Ты же мне захватил патрики? Так, откуда у парнишки столько эмок? Дайте угадаю. Он вынес их с арены. А так делать нельзя. За это бан. Я уверен. Я с трудом сомневаюсь, что он столько накрафтил. Хотя, ладно. В принципе, мне все равно. Так. А нам сейчас патрики будут нужны. Мы сейчас боссом пойдем месить. Так что давай, набирай себе там. Доски, так, еще патрики. Что еще можно выкинуть? Ну, в принципе, вот это еще патрики. Так, все, ребят, сейчас тогда пойдем на босса. Сейчас мы все в хату скинем. Так, ну да, тут у него ни черта. Так, стоп. Ремув. Ремув тут недоступен. А вот тут тоже недоступен. Это можно ремувнуть. Это уже нельзя. Так, у него, значит, там еще что-то есть. А, у тебя сишка еще одна есть? Да. Ставь на дверь. Я не знаю, все у нее это или не все, но я что-то как-то без понятия. Мне если что, мы вот сейчас на боссе как раз-таки фармить пойдем. Я с одной стороны думаю, что все, а с другой стороны хрен его знает. Может, он там что заныкал. Типа один детон и хватит с вас. Так, второй тотем. Слипер. Так. Куча шмоток. Синька. Нет, к сожалению, нет. Стоп, подожди-ка. А, да, у нее точка возрождения там. Стоп, а че он тогда наверху захреначил? Так, ты можешь домой сейчас слетать? А или ты уже летал? У тебя откат. Ноль. Да? На, забирай детон. Руки. А, откат? Все окей. Так, ладно, тогда я вот в этот ящик пока сложу. Стоп, хотя нет, надо валить мне, потому что вдруг чувачок сейчас прилетит. Так, хом один. Просто же у всех стоит эта хрень, что можно отслеживать через ВК. Вот там у нее тогда что за херня стоит заныканная. Я хочу ремонтить ее. Сейчас я на тебя ТП брошу. Ладно, ребят, сейчас мы все тут заберем и продолжим. Все, ребят, продолжаем. Только вот забыл совсем записать. Была битва тут. С боссами. Слоны против носорогов. Вот. Поэтому сейчас вот метеорит прям рядом упал. Я думал, он нам на хату упадет. Пришлось он там проремуть, чтобы не спуститься, залутать. Нашли всего сиху и детон. Вот было там 5, что ли, 6... Нет, 5 или 6 харкалок. И 3 вроде йети. И все. Или 2, что ли, йети. Вообще ни о чем просто. Вот поэтому решили подождать метеоритик. Так, это нам не надо, это нам пригодится на пристройке. Да, скорее всего, сейчас, возможно, даже пойдем. Куда же мы пойдем? Скорее всего, пойдем, да, сейчас еще... Посмотрим, что еще из метеорита выпадет. Вот, и, скорее всего, пойдем, наверное, рейдить. Есть у нас там еще одна хата. Просто хочу подкопить сишек, потому что нашли две хаты. Одна это у нас там, где желтая крыса строилась, где-то вон там, вон. Той стороне. А, ну, вы там знаете, мы там строились, мы там рейдили. Был на видосик у нас рейд этого, рейд админа. Вот. Так, тут патры, золотой топор, патры, детон.
Неплохо, детончик есть. Ну ладно, хоть что-то. Я уже не надеялся, если честно. Тут просто вот рандом выпадает с метеоритов. То есть есть детон иногда, нет детона. Есть сиха, нет сихи. Совсем не нравится. Так. Все харкалки, надеюсь. Да, походу все. Ой, стоял бы ты еще передо мной, я бы тебе сейчас в голову дал с дробовика. Потому что, походу, я прилетел прям. Так, ну хату мы немножко отстроили. У нас, благо, долбехи там активно работают. Да и того у нас 5 детонов и 8 сих. Итого все вместе 13. 13, 13, 13. Ну, такое себе. Я думаю, на хату не хватит. А сейчас мы сделаем рейдрели одну, потому что у нас нету этого пыли. А вот, и тогда уже пойдем на рейд. Скоро вернусь. Так, в общем, ребят, продолжаем. Тут домик нашли на железный. Тут вон еще один бахнут, еще какой-то вон там один. Давай ставь сиху на дверку. Там две двери вперед идут. Ну, одну сиху, братан. Я то сразу две влепил. Сейчас... Да бывает, у меня тоже такое бывает периодически, по 200 лепим. И меня выкидывает с сервера! Вот это эпично просто! Пип-пип-пип, и ну хопа, и я минус сервера. Так, все, ребят, продолжаем. Да погоди ты 5 сек. О, смотрите, знакомые ребятки. Так, и чувак построился багом. Да, вот тебе админ сюрприз. Так, вот так, короче, строиться нельзя, за это нах с сервера выкидывают. Так. Да, ну, хата ему железная все равно не нужна. Как его? У меня там дома еще железо, если надо будет есть. Да и железо у нас долбёх много стоит, поэтому нам не сильно надо. Просто вот так вот строиться нельзя, надеюсь, админ это увидит, потому что сервяк лагает жестко из-за вот таких вот фигур. Ну, хостинг, походу, не сильный. Но, о, это, кстати, знакомые ребята. Мы как-то там файтились, что ли, с ним. Ой, сорян. На тебе лук. А то ты как неприкаянный. Так, в общем, ладно. Сейчас мы еще, ребятки, домик найдем и продолжим. В общем, ребят, продолжаем. Решили вот этот вот домик бахнуть. Не знаем, просто бахаем все подряд и все. Тут крыша деревянная, правда. Я думаю, мы мега пойдем по дверям. Тут раз дверь и два дверь. И больше дверей нету. То есть, давайте, ТП на меня кидайте. Вот. Я пока сиху поставлю и пойду внутрь. Как бесстрашный малый. Так, одно ТП есть. Второго пока нет. Одиссейка ТП не кидает. Ждем его. Так, спецназ заходит в хату. Так, вижу слипер. Ух, нихрена себе. А у нас тут сюрпризец. У нас тут опять кто-то воровал патроны с арены. Так, он сиху крафтил. Дробаши, эмки, эмка, эмка. Так, стоп, жаровня. Он, короче, сихи крафтил. Минус. Так, стоп. А он крафтил сихи. Там вот сихи есть, дрелью. Саньк, слетай за дрелью. Я не хочу сиху на него тратить. Ну ладно, да. Забирайтесь, а все, что тебе надо. Да. Что делаешь-то? Скрафти себе рюкзак на верстаке, там есть шмотки. Возьми дрельку и бензинчик чуть-чуть. А где это там-то? Вот за дверью. Так открой. Так я не могу. Я говорю, за дрелью слетай. Слетай за дрелью и бензинчик возьми, мы ее бахнем. Смысл? Смысл нам на нее сиху тратить? Да я все, давай. Он их заныкать никуда не заныкал. Кстати, а может он их заныкал за стеночкой? Нет, парень не настолько умен. Блин, я... Да вот, смотрите, ну вот не может у чувака столько патронов быть, да? То есть он чисто их нафармил с арены, что, кстати, запрещено. Потому что он не накрафтил бы себе столько патронов. Нахрена? Крафтить себе столько патронов и не крафтить оружие. Правильно?
На Оди... А, на Одиссейку ТП кинь. На кого ты кинешь ТП, у тебя откат. Блин. Блин, блинский. Ладно, ребят, сейчас он... сейчас у Санька откат пройдет, и мы продолжим. Все, ребят, мы продолжаем. Давай, ставь, значит, смотри, дрельку прямо вот тут перед дверью. Только не кидай ее на пол. Лучше, если не сможешь поставить, положи ее в ящик. Вот. Не на дверь только, а перед дверью. То есть вот так вот. Вниз, чтобы она смотрела. У тебя хапки нет, прям? Кит-фуд пропиши. И все. Точно. Так. Во, все. Сейчас будет немного громко. Просто я не вижу смысла. Вот 8 сип у нас есть. Я не вижу смысла просто сейчас взять и потратить их. Кстати, вот еще домик странный. А тотема нету. А ремонтнуть нельзя. А тотема реально нету. То есть его негде поставить. Мы его осмотрели с ног до головы. И по территории тоже побегали. И тотем не нашли. И сирали, что чувачок построился багом. Надеюсь, админ это увидит и посмотрит, куда он, ну, тотем, где у него может быть. Если он его не найдет, то он будет где-то в скале, ну и человечек получит бан. О, горит. Все, сгорело. Нету тотем. А, это этих же придурков. Серьезно. Короче, ребятки, два рейда и хат, и ни черта интересного. Но зато не сиху потратили, просто бахнули рейд-дрелью. Я удивлен, что у них ни хрена. Но они, смотри, они крафтили сихи. То есть они собирались кого-то рейдить. Так, и сзади у них тоже не было. Ремуфьте там все. Блин, странные ребята. Куда же они тогда сихи потратили? Наши. Наши сихи ушли куда-то не туда. Вроде вот этот вот... Клинт это подписчик, если не изменяет память. Там что-то четверка с кем-то вчера общался, типа, ой. Да ёб твою за ногу! Да, все, продолжаем. Меня выкинул почему-то опять этот хрен знает из-за чего. В общем, ладно, ребят, мы, к сожалению, на этом закончим, да, потому что, ну, мы не окупились, рейдики были провальненькие. Кто же знал. Мы думали, что, ну, хотя бы будет какой-то хоть охоп. Но, зато нашли эту банду этих ребятишек, которые строятся неправильно, за это админ их покарает. Естественно. Хотя давайте, у нас 8 сих осталось. Короче, спускаемся вниз. Надеюсь, вы аккуратно спуститесь. Вот, погнали, короче, там вон есть хатка. Мы сейчас сишки потратим. Там их девать все равно некуда. А та... Под скалой? Не, вон туда, вон вперед. Там вон есть... Под скалой? Не. Не, где желтая крыса строилась? Там тоже хата есть, но там 8 сих нам не хватит. Там, к сожалению, 8 сих нам не хватит. Ну, а тут сейчас на РТшке. Там два домика есть, вот сейчас мы их тоже бахнем. Ха, почему бы вам, да, не показать? Что вот этот домик, вон там, который внизу стоит, он уже стоит давно. А вот этот справа недавно. Ну, я знаю, где там тотем. Во-первых, там его видно было, когда строилось все. Которая прямо хата? Да, вот тут я знаю, там где тотем. Там он одну стенку не закрыл, там как раз тотем видно. Это моя хата, блядь, уже. А, в смысле уже? То есть она выгорела? И там было да. Что-нибудь? Да. Ну как, нихуя такого, блядь. Ну да-ка, давай позырим. А я ее рейдить хотел. Ну да, вот вы видите вот это вот. То есть, ну да, такое себе говно. То есть, ребят, понимаете. Ух, нихрена себе. Ну, я так и понял. Так, ну единственное, что нам надо, это янтарь и жир. А то мы по нему проседаем. Остальное, в принципе-то, нам не сильно. Ну да, вот тотем у него. Вот эту стенку не закрыл, я вон там тотем видел. И патров у тебя вагон. Так, тогда минус рейд. Санька, давай мы на полянке, на первом РТ. Тогда сейчас вот это вот бахнем и все. Я не думаю, конечно, что мы окупимся, но... Сихи мы, конечно, подкупим, ребят. Мне там писали, типа, больше рейдов. Ну, что я могу поделать, если... О, арена завершена. Если рейды не удаются. Я же просто зазываю вас всех. Заходите, играйте, а вы... Не заходите и не играете. Так, смотри, где он может быть. Тотем.
Так, это одна дверь. А вот это вторая дверь. А я вот сюда сиху поставлю. Да тут я. Где я? Сань, ты-то где? Хо, изи просто. Лёха, Лёха, тебе привет. Лёха, как дела? А я смотрю, хорошо у Лёхи дела. Неплохо у Лёхи дела. Так, посмотрим, что у Лёхи есть. Убегай! Глупец. А, Лёха голый. Да, у Лёхи дела так себе идут. Ладно, оставь ему все. Это же... О, вот это вот мы заберем. Вот, алмазной пыли у нас вообще нету. Короче, смотри, самое главное, у нас куча основ дрелей, они падают с метеоров. Вот, а самих... Вот, я даже Лёха тебе скину. Арвонги, пепел, жаровни. А вот, а самих рейд-дрелей, ну, то есть остальных деталей, алмазов, например, их нету вообще. А чё, как это? Ну вот, то есть, вообще нету, то есть мы сколько файтим, сколько рейдим, ни хрена. То есть алмазы вообще не падают, это такая жесть. Так, сейчас я ему застрою дверку. А, хрен я ему застрою. Так, ладно, хотя бы тотем застрою. Ща. Сделаем ему тут маленькую пристроечку. Да ё-моё. О, кстати, босс через час появится, надо будет сгонять. Это что за хуйня? А, увидишь. Не матерись, я тебя пристрелю. Ах ты собаки. Ты чё базишь, а? Ты думаешь, ты такой крутой? Ты не можешь Дискорд запустить, да? Нормально. Да мне ком сгорит до конца, если я его запущу. Запускай. В общем, ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.